сижу высоко, гляжу далеко. Шо это ты на крышу, а? Шо? Да, если залезла ты туда, то ты знаешь, как слазить. Да, это я знаю, что ты любителька там посидеть. Всем привет, всем доброго здоровья, хорошего дня. Павлович приходил по консультации. Я с вами хочу поздороваться, давно не выходила в эфир. Вы на канале уже не хочу, могу, делаю, а не хочу и не делаю. Не хочу и не делаю. 6 дней не выхожу из дому, сижу дома, занимаюсь мелкой работой. Сегодня вот это, сейчас покажу вам, делала кабачки, у меня их много в этом году, он опять, видите, я большие, они лучше хранятся тогда, когда большие. Вот. В общем, буду закрывать. Вернее, я уже закрыла. Сейчас я вам покажу, как я закрыла. Типа, как получается по вкусу, как ананас. Да случайно мне сказали этот рецепт. Аж интересно мне стало. И сделала, и понравилось. Вот. Ну, у нас все как прежде. Утром проснулась от взрыва. Прилет был. А так... Все как обычно, похолодало сейчас, ночи холодные, ну, под одеялом-то тепло. Да сейчас видите, такая погода осенняя-осенняя, хотя вроде как бы только сегодня 6 сентября, а погода такая, как будто уже октябрь месяц. В общем, так, такие дела. Так что я вот это маленькое видео просто с вами вышла поздороваться, пожелать вам доброго здоровья, рассказать, что у меня все хорошо, относительно хорошо. И, ну, что плохо, хорошо. Все хорошо. Сижу дома, продолжаю сидеть дома. Вон там астрочки, так мне нравится, как они растут. И я много так садила, но они почему-то у меня не это. Вот это только чуть-чуть вышли. А также тут вообще, по идее, должно быть ряда 3, а у них, видите, так, чуть-чуть. Ну, хорошие, красивые, смотрите, полненькие. Классно, мне так нравятся они. В общем, вот такие дела. Ну, хорошо. Посмотрите, как я там закрывала эти кабачки. Надо синенькие порвать. Вот. И все, пока все. Пока на сегодня все. Такое коротенькое видео. Просто вышло сказать, что все у меня хорошо. Вы два брата-акробата никак не расстанетесь. Откуда стреляли? Мы балакаем, что на Запорожке, что якусь вышку. Я не считаю. Сейчас я стараюсь новостей поменьше, бо голова пухнет тих новостей. Все сила. Ну, просто отключила один энергоблок. Решила сегодня сделать рецепт, как опять для себя эксперимент. Этот рецепт уже давно ходит по интернету. Многие готовят, говорят, вкусно. Думаю, я попробую. У меня кабачков много. Вот такие они, видите, длинные. Вот я их почищу и вытащу серединку. Можно их порезать кубиками, можно полукружочками. Ну, в общем, кому как нравится. Потом сюда нужно стакан сахара. Значит, 2 килограмма, там по рецепту идет так, 2 килограмма кабачков, 250 грамм сахара, стакан, вот, чайная ложка с горкой лимонной кислоты и ананасовый сок, ну, нектарин, потому что сока как-то ананасовый, я не знаю, есть или нет. По рецепту 750-850 грамм, у меня 950, поэтому я кабачков возьму немного больше, ну, может, там 2 килограмма, 300 грамм, может, вот так. Вот, и все. Сок, сахар и лимонную кислоту в кастрюлю закипело, туда кабачки, 15 минут прокипело и закрываешь. И все, получается кабачки со вкусом ананаса. А потом зимой к салату, как вот то есть курица с ананасом. Не знаю, хочу попробовать. Кабачки есть, почему бы не попробовать. В общем, сейчас порежу, все сделаю. Вот. Ну, показывать не буду, что тут показывать. Порезал, все сложил, прокипело. Уже как будет готово, покажу, сколько получилось. Порезала я такими полукольцами.
Где-то 2400. Вон, видите, уже сок пустили. Я их мешаю периодически. Закипит 15 минут. Ну, по рецепту сока говорили 750-800, а мне было 950. Поэтому я взяла не 2 килограмма кабачков, а больше чуть-чуть. Вот, ну все, сейчас он закипит 15 минут и буду закрывать. Вот уже и закрыла. Очень быстро. И или сорт кабачков такой, прямо они такие желтые получаются, как ананасы. И на вкус мне понравилось. Я думаю, они еще промаринуются. И можно будет делать салатики потом. Вот еще вот осталось чуть-чуть. То может даже и сделаю небольшую тарелочку салата с курицей, там с кукурузой. Будет очень вкусно. Вот видите, век живи, век учись. Я в этом году, он уже давно этот рецепт в интернете, но я в этом году первый раз его увидела и вот сделала. Очень быстро делается и получается, как на мой вкус, то очень вкусно. Так что, кому интересно стало, посмотрите поподробнее в интернете. Ну и тут вообще-то, я же говорю, что тут просто, что тут... На 2 килограмма кабачков резать как хотите, кубиками, кружочками, как хотите. Идет сок 700-800 грамм. Так как у меня было 950, поэтому я взяла больше кабачков. Где-то взяла даже 2400, где-то вот так у меня получилось кабачков, что 6 банок. Вот, 250 грамм, ну, у меня 300-граммовый стакан сахара был. И чайная ложка с горкой этого, скажите, лимонной кислоты. Закипела вот эта жидкость вся, все смешала, бросила туда кабачки, 15 минут прокипела, все, и все готово. Сейчас я его все укутаю, переверну, укутаю, и будет еще стоять, пока не остынет. И вот и весь процесс.